إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله درجي سلمان

Следуя за его приказами и оставляя все, что он запретил, будьте справедливыми людьми, правдивыми, будьте справедливыми людьми как? Финиятий, исправляя их намерения, исправляя ваши слова, говоря правду и деяния. Если так будет, вы будете с теми людьми, которые правду говорят в судный день.

حاروشم دياني خروش دياني في دو في ولا يزال الرجل يستق ويتحرى ستق حتى يكتب عند الله ستيقا اي براودو اي براودو والله سبحانه وتعالى تشيلوكي يا ولايت صدق ستيقا تكبو قاوريشي براودو زاتو Правда у нас должна быть в наших словах, в наших деяниях. В словах должны быть мы не, должны говорить, кроме правды. В деяниях мы не должны делать харамные правдивости своих свидетельствах, которые мы свидетельствуем перед Аллахом субханаху Шаллах, мы сейчас приступим к нашим э, вчерашним вопросам, которые задали наши э, братья и сестры. Первый вопрос. Ответьте, пожалуйста, в прямом эфире. Там, где я живу, говорят, что в Коране про хиджаб ничего не говорится. Что это пришло от турков и арабов. Скажите, пожалуйста, что написано в Коране? Субханаллах. Где эти турки или арабы были покрытыми, пока не пришел? Аяты из Корана. Про хиджаб было сказано во всех

Вначале ислам не был обязанным, пока не был не спослан аят, именно, который говорится про хиджаб. Даже Умар абдул Хаттаб говорил, пророк, саллиллаху алейхи к тебе заходят люди разные. Прикажите своим женам, что они покрывались. Потом Аллах, субханаху ал, не послал аят именно, чтобы покрылись мусульманские женщины. Аят, кто хочет узнать, آه, سوره النور نعرسكم يزكي سوره السويد الله كوالد 31 سبحانه وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الا لبعولتهن او ابائهن этом аяте Аллах приказывает своему пророку Мухаммаду, саллиллаху Аллах говорит Мухаммаду, скажи верующим женщинам. О верующие женщине Аллах обращается к вам. Вот это почет. Аллах сверху небес обращается к каждому верующей женщине. Потом вы говорите, нам трудно это делать. Аллах обращается к вам, и вам говорит, скажи, о Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалам, верующим женщинам, чтобы они остригали свои взоры от взгляда на аурат, а из от запретного, не смотрите на запретное, на которое им не дозволено смотреть, чтобы они оберегали свой половые органы. Оберегайте свой взор, оберегайте свой половой орган от харамного, за исключением тех, которые отдаляясь от мерзости и покрывайтесь одеянием. Вот это здесь. И покрывайтесь одеянием. Вот здесь говорит, Пусть они не показывают свою крас красот красоты посторонним, за исключением тех, которые видны и которые невозможно скрыть. Что означает невозможно скрыть? Одежды, которые сверху, это же невозможно сказать, хотя это является красотой. Например, одежды. Пусть они накидывают свои покрывала на вырез поверх одежды. Вырез вот это, вот это этот, покрывала, вот вырез шеи. Пусть накидывает на шею это покрывало. Здесь Аллах использует слово химар. Аллах говорит, пусть накидывает бихумури хинна, Химар в арабском языке используется на три вещи, которые закрывают. Голова, лицо и шея. Арабы это использовали на арабском языке. В первую очередь, который пришел Ядрибна, бихумурихинна, Пусть они покрывают своим этим химаром ну, свои вырезы, которые в шее не вырезают, чтобы это закрылся, чтобы это грудь не видно не было, пусть это закрывают арабском языке химар, вот это химар, который Аллах использовал, слово использует для покрывала головы. Платок, вместе с ним, который она покрывает, второе, асадр, ас грудь. Вот это предный час тела, который закрывает. И третье, лицо. Вот это общее называется химар, который с головы бросает, закрывает лицо и шею. И это, вот это химар. Аллах в Коране приказывает этого. Это коротко. Те, которые говорят, что в Коране нет слова хиджаб, это Коран не понимают. Это те люди, которые перевод одни взяли и не углубились в ученые, что говорят. В Коране этих нет, говорит. Потом после этого единогласное мнение Ахли Сунну аль ученых Ислама, что женщина обязана покрывать головы, обязана покрывать шею. И большинство ученых говорят, обязан покрывать и лицо. Единогласные покрывать лицо, шею и голову обязательно. Эта ума на заблуждении не объединяются. Это является один из доводов ислама. После того, когда Аллах Хуран приказал, и хадисы пришли, как это прочитали арабы, арабские женщины, имеется в виду, мусульманки поняли, что Аллах их приказывает закрыть голову и шею и лицо, и этого они сделали. Это указывает множество, множество хадисов, которые передал наш Аиша, наш э, мат правоверных, жена нашего пророка, саллила, алейкум, и также указывают на это многие хадисы, которые пришли про хиджаб. из этого те, которые говорят, в Коране нет аят про хиджаб, как та, которая ушла на русском языке Коран, которая перевела, говорила, что хиджаб аят нет в Коране. Эти, они понимают и толкуют, Уран своим заключением, это является куфром, не, не ссылаясь на слова пророка, как он растолковал этот аят, не ссылаясь на арабский язык, который это поняли, это арабы, которые не испортили их язык. Джонни, сподвижников, они все поняли, что Аллах приказывает им закрывать голову и шею и лицо после этих аятов. Ассаламу As – при приветствии друг друга, является ли сунной приездности салават? Нет, не является. Это является бидай. Мы должны следовать за пророком, саллилаллаху алейкум, в наших деяниях. Пророк обучил нас, как давать салам. Или же «Ас-саламу алейкум», или же «Ас-саламу алейкум ва рахматуллах», или же ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух». Если ассаламу алейкум скажешь 10 вознаграждений. Если скажешь ассаламу алейкум рахматуллах 20 на вознаграждение. Если ассаламу алейкум рахматуллах и Вар-Баракату скажешь, это 30 вознаграждений получишь. Сверх этого еще добавляют саллиллаху Алейхи Вассалам Или же добавляют от себя другие слова. Привет, этот не пришел от пророка саллиллаху алейхи Вассалам. И отвечать тоже так же. Наименьший ответ должно быть столько, сколько я тебе привет дал. Например, если тебе сказал ассаламу алейкум, наименьшее то, что ты должен ответить, ва алейкум салам. Если хочешь больше вознаграждения, отвечай ва алейкум салам ва рахматуллахи ва или же ва алейкум салам ва рахматуллах. Если он сказал ассаламу алейкум ва ты должен ответить наименьшее ва салам ва рахматуллах. Если хочешь больше, скажи ва алейкум салам ва рахматуллахи ва Если дал махрам, но до свадьбы случилась зина, считается ли махр действительным? Я вопрос не понял, что имеешь в виду, если дал махрам. Если сделали никах, махр, она твоя жена, хоть свадьбу сделала или не сделали. А если у вас этого никах не было, имеется в виду, ее отец или родственник, если отца нет, брат, дедушка, если не сказал, что я тебе выдаю мою дочь или мою внучку, или мою сесть, замуж, и ты не говоришь, я принял ее за такой-то махр, значит, она чужая женщина. Если у вас зина случилась, это является очень тяжким грехом. Многие в этом очень заблуждаются, общаются до свадьбы, хотят является харамным общением. Это половина беды. После этого они начинают встречаться. Это еще больше. После этой встречи они начинают говорить, сейчас скоро же у нас свадьба, через месяц, через два. Какая разница нам? После свадьбы будем этот близость делать или до свадьбы будет делать и делать зина. Это большой грех. Какие бы вы сватаны не были, если был бы шарадский суд, если кто-то из вас был ранее женат, смертный казнь камням был бы. Даже до свадьбы тебя не оставили бы. Если не женаты, обоим вам по сто палок по спине. Разницы нету, сватанная, не сватанная. Пока она чужая, не имеешь права общаться, не имеешь права встречаться, не имеешь права тем более делать близость. Это зина, прелюбодеяние. Вопрос здесь считается, считается ли Махар действительным? Что означает, я вообще вопрос не понял. Если у вас получилась зина и беременная женщина, можно ли, пока она не родит, Тому человеку, кто сделал зина, на него жениться, здесь разлагается ученых, многое говорит: нельзя. Будьте осторожны. А здесь вопрос: я не понял, дал махар, что ты имеешь в виду, Отда дал обязательный брачный подарок, или же махар поставил. Если махар поставили, это не зина. Я вопрос, как ты сказал, не понял. Можно ли отпустить необязательный пост без причин. Да, можно отпустить, но нежелательно. По мнению большинства ученых. Абу ханифа говорит Аллаха, Он говорит, нельзя отпускать. Без уважительных причин. Если даже отпустил, должен восстановить, говорит Абу Ханифа. В других Мазабах даже восстановить не обязательно, только является желательным восстанавливать Аллаху Алям можно ли работать муфтияты Дагестана, то есть обучать Корану их учебном, учебном заведении, если я не придерживаюсь их акиды. Если ты не придерживаешься их акиды, да, можешь обучать их Кораном. Проблем нет. Можно ли восстанавливать посты Рамадана за позапрошлые года? Можно? Вот даже 10 лет прошло. Не, не только можно восстановить, если оставить на это посты по уважительной причине заболел или если эта женщина а, ребенка кормил или же беременная была или сафари был Аллаху <coughs> если человек простил другого человека то и Аллах его прощает если искренне простил и Аллах попросит прощения иншаллах Аллах тоже простит, простит его прощает ли Аллах Всевышний раба, который, который, раба, который совершил несколько раз ширк и куфр. Хоть сотни раз совершил, искренне, если человек искренне покаялся и сделал тоба и оставил это ширк и куфр, Аллах прощает это. Обязан ли я водой омыть половой орган после, если выйдет что-то, например, жидкость от возбуждения? Я имею в виду, не когда я хожу в туалет, а именно когда возбудился и вышла жидкость, я могу просто поменять нижнее белье и все. Или я его обязан водой очистить половой орган. Обязан очистить половой орган, Аллаху Алям. Шех начинает мучать наущение, понимая, что если я буду много удалять внимание этому, что это прирастет болезнь. Если на мазе как будто вышли газы или капли мочи, я их оттолкну, то есть не буду обращать внимания. Но окажется так, что были газы или моча, спросит Аллах судный день с меня за эти намазы. Если у тебя болезнь, нам это наущение, и из этого я оставил, нет, не будет спросить. Если ты чувствовал, что как будто газ выходит, если у тебя есть нарушение, не оставь это народ, пока не, не услышишь голос, этот звук или же запах. Можно ли скрывать от, что-то от родителей? Что имеешь в виду? Я не понял, что там есть, что можно от родителей скрывать грехи? Покаялся, скрыл, не надо ни родителям никому рассказывать. Что имеешь в виду, я не понял. Есть такой человек, который делает ширк слепо следуя. Но когда ты объясняешь, что ширк ни в какую и не хочет верить, чьих каков их положение, может ли Аллах Субхану Тааля своей милости простить таких людей после смерти? Они же не виноваты, что их заблуждили с детства. Если ты объясняешь, если твои знания не хватает, объяснить им, приведи им человека, который может объяснить. После этого тоже, если делать, да, это ширк Аллах не простит. Мункар и Накир по-арабски спрашивают или же на родном языке. И мы, мусульмане, должны знать арабский язык. Мункар и Накир, в каком языке спрашивают, нет достоверной у нас информации. Некоторые говорят на арабском, некоторые говорят на этом. Может быть, каждому спрашивают по его, по его языке. Из этого нет такого информации, что говорится именно на арабском, будет спрашивать. Хадис, который говорится, я люблю арабов за то, что я араб, за то, что язык Хурана араб, и в раю язык арабский, это хадис недостоверный. А Дозволен алям. Не развод в случае того, что любовь угасла. Очень сухой и грубый во всех отношениях. Нет ревности, постоянное недовольство, боясь оказаться среди неблагодарных жен. Если такое положение, если попросишь развод, за это ничего не будет греха. Аллаху алям. Муж, если захочет, даст, если не захочет, не даст. Я недавно пере... приехал в Египет учиться. Здесь очень много студентов трудится. И очень много течений среди братьев. Постоянная тема Ахаваридж. Он хаваридж, он муржит, в мечети не ходит. Некоторые братья говорят, там имам похож на Ашарита, или он без бороды. Должен я сначала изучить все эти течения. Я просто боюсь попасть заблуждение. Ведь многие студенты столько лет учатся, не спят ночами, заучивают Коран и под конец идут заблудшим течением. Я не понимаю, почему так происходит. И они бывают убеждены, что правы. Нет, ты не должен сейчас изучать. Это я делаю сейчас. Изучи арабский язык. Потом выучу Коран. Если ты молодой еще, выучу Коран. Арабский язык. Потом начинай хадис. Потом постепенно, постепенно учи знание ислам. Арабский язык. Потом основа фикха, фиг основа хадис, хадис. Потом сам изучай. Он же говорил убеждение, углубление, как книги салафу читай. Вот эти масаиль, он муржит, он харижит, это слишком распространено среди джахилов, которые не учились даже год. Они говорят, он кафир, он харижит, он муржит, и больше делов нету. 7-8 лет таким словам они кидаются, потом возвращаются домой, и распространяют это нечесть, распространяют это заблуждение и разделяют общий джемаат на 2-3-4 куска. Девочка заходит на работу в полицию. Можно ли с ней дружить? Наставление делаем, не понимает. Если делала наставление, сказала харам, куфар, не, не слушает вас, с такими людьми оставь дружество. Наоборот, оставьте этих людей. Они вредят вашим иману. Можно ли читать дуа, которые пришли в утренних и вечерних аскарах, в других местах в суджуде и т.д. Если это дуа, можно прочитать. Дуа, который пришел утренним вечером, который читаешь. Другие дуа, любой дуа, который пришел в это можно прочитать в сужи, в Аллаху Алям. Но лучше желательно то дуа, который делал пророк, саллиллаху алейху салам. Например, есть обряды выселения джинов у нас у мусульман. А как так получается, что у людей, исповедующих христианство, у них тоже есть такой обряд. Библии, как мы знаем, искажена. Но тем не менее, джинни на него реагирует. Что ли? И реагирует, несмотря на то, что читает не мусульманин. Во-первых, что мусульман убежден, что джин может войти человек. То, что читает Библии и она реагирует, это естество, потому что не весь Библии искажены. Там есть аяты, которые остались, слова Аллаха. Когда поминает Аллах, джин боится. Кто бы не понимал, если там и ширк не используют. Если слово ширк используют, могут быть даже они слушаться их, чтобы заблуждать тех людей, которые приходят к ним. В каких случаях можно смотреть на женщин? Может быть, при сотрудничестве, обучении? Я этот вопрос задаю так, как нашел толкование Асады, ас аят 30, 40, 24, следующий текст что же касается повеления опускать взоры, то оно наносит частный характер, о чем свидетельствует использование этом откровенного откровенный арабский перевод. Мин. Это связано с тем, что при необходимости свидетель, например, работник свидетель, когда свидетельствует лицо, можно показать женщине, чтобы он узнал, именно она или нет. Или же врач, если нет женского врач, мужчина пошла, она может, может показать свое лицо или зуб лечить, или что-то. В таких местах необходимости. А обучения нет необходимости. Можно не кабадеть и обучить Аллаху Алям. Я живу в Дагестане. У нас есть мечеть Ахлю Сунна, но по пятницам там стоят мусора. И не пускают в нас в мечеть уже несколько лет. Да уничтожить их Аллах. Мусора стоят там по-разному. Иногда до асра иногда когда до асра остается час полтора два остается можно ли нам тогда собраться в мечеть и сделать пятничный намаз будет ли это считаться а если стоят до асра можно ли нам посещать суфийский мечеть будет ли приниматься за нашим намаз за ним намаз они читают махди на обществу или это читают? Не... Или... это читать пусть Аллах воздаст вам и вашей команде сполна за то что

Ты видишь ли, говорит, который запрещает раба, когда он молится? Это были абу это были курашиты. И также вот это мусора, слушая своего старшего, окружает мечет, чтобы тужума запретили. Этим же мечетом мы выдали интернет, видео есть. Поставили камеры, каждый, кто это мечет заходит, снимает видео. Потом это себе называют, называет, этот человек себе человеком, не даже не говорю мусульманина. Как сказал наш брат Абл Абдулла Шамил в своем вчерашнем видеоролике мечеты окружают, мадреса закрывают, но публичные дома, которые находятся в столицах, в каждом городе, в саунах, их никто не, не, не окружает. Наркотики распространяют, их никто не ловит. Наркоманов поощряют, если даже ловят, чуть-чуть деньги отдали, отпускают. Недавно жаловался мат одного сына, 15-летнего, что его сын заболел ВИЧ, СПИДом. И она спросила сына, что, и он признался, что он ходил в какой-то сауну в Махачкале. Эти места не окружают, не окружают, эти грязные люди, потому что сами оттуда получают. Или же целенаправленно портит наших, наш молодежь распространять среди них разные, разные наркотики, разными именами, соль, лирики и остальные. И продают их, и настолько и не ловят этих людей. Они могут, можете вы сказать, что эти люди мы не знаем, но вы почему-то знаете, какой-то горах, в каком-то маленьком селе, который живет, который молится, мечет приходит. Человек, если он против Путина или же против правителя, слово скажет, вы его знаете и ловите, и сажаете. А среди, перед носом, перед вашим носом, который находится, это вы не знаете. Как это понятно? Кроме как вы крешуете этих людей. Вы получаете, ваши старшие получают с этих саунов, с этих наркотиков. И портит наш молодежь. Они не могли, мусульмане испортить. 70 лет под этим куфром, под этим коммунистом были. Хотели с наших сердец вытащить Уран, с наших сердец вытащить религии. Но Алхамдулиллах, старанием наших стариков, стараниям наших родителей не могли этого убрать. А сейчас... Эта религия хотят убрать, чем испортить наших детей. Разницы нет у девочек и мальчиков. Сколько мест для лечения наркоманов находится сейчас в республике, в Дагестане, не говоря о других местах. Столько же места, как для мальчиков и так же для девушек. Вы представляете? Наши молодые девушки, дагестанки, полно эти места, которые лечат их от наркотиков. Вот эти грязные люди, вот мусора, вот эти люди, кафиры, они охраняют мечети, что мечети не молились. Но открыто перед их глазами, которые находятся в сауне, если даже сами туда не ходят, Аллах Алям, но их не окружают, их не закрывают. Открытые аптеки, которые продают эти наркотики, эти таблетки, их не закрывают. Именно борется с исламом. Потом этот человек бои, э, ругается или же обижается, что если его называют кафером. Как ты можешь мечет охранять во время пятницы, ты должен мечеть быть, если тебя считают мусульманином? Но, увы, вы не являетесь мусульманами. Ислам от вас чист, и мусульмане от вас чист. Мы отрекаемся, все мусульмане от вас и тех деяний, которые вы делаете, да уничтожит Аллах Субхану Ватала вас и накажет вас таком наказанием, которое будет это примером для других. Амин, амин, амин. Это вопрос. Да, если они уйдут, вы совершаете пятый час намаз, намаз получится. Но это люди, которые в другом мечете молятся. Как я знаю, там сын Саида Фанди, которые разрешают этот ширк, это куфур, хотя зная,

И говорится, если раб скажет эти слова сто раз в день, Всевышний Аллах защитит его от проклятого шайтана целый день. И шех, когда я говорю эти мольбу сто раз в начале дня, то через некоторое время, например, обед, но и время ко мне приходит. Это плохие мысли. А когда, когда питаюсь, оттолкнуть, эти мысли приходят, такие мысли, нет, это не твои, это твои мысли, ведь ты под защитой Всевышнего Аллаха. А значит, ты сам так думаешь, это твои мысли. Ты сам так думаешь, это твои мысли. Но я все равно говорю им нет. Но, но приходят такие мысли, ведь обещание Аллаха истины. Значит, ты не веришь в то, что делает э, в это. Что делать в подобных ситуациях, брат? Это мысли тоже от проклятого шайтана. Это все мысли от шайтана. Хотя он не может только вредить тебе, наушает. Это наушение пройдет. Если ты посмотрел мои ролики, именно как лечит оно ушение. Не всегда, да, ля аллахах, тоже защита от шайтанов, но это должно быть искренно, убежденно. Некоторые думают, если это прочиталось, если им что-то вред станет, значит, это обещание Аллаха нет, это является меч. Меч, когда является сильного человека, она рубит. Но если это меч у слабого человека, она большой пользы не несет. Вот также у кого слам, слам, иман слабый, вера слабая, когда у него искренне слабо, когда эти слова говорит, может быть, иногда повредит. Это не за то, что слова неправильные, не за, нет, за то, что это сказано не так искренно, не так, не так с иманом. Аллаху а алям. Вы сказали, что самое сильное наказание будет у жены непослушной и у, ами, у имам, который имамом стал, хотя люди его не хотели, чтобы он был имам. Это не я сказал, пророк, саллиллах алейхи сказал. Но как быть, если муж всегда чем-то недоволен, всегда всему придирается. В Аллахе, намаз быстро читаю, таспех вообще оставляю, чтобы что-то сделать по дому. Главное, что муж ничего, ничего, ничего сказал, не сказал. Был доволен, но все равно он бывает недоволен. Если в шариате конкретная вещь, или дела, из-за чего жена является непослушной. Или все входят туда. Ответы ради Аллаха подробно. Просто очень страшно стало за себя. Вчера вышел мой ролик. Смотрите ролик, который называется «Женщина благодарит ислам». Седьмой ролик вышел вчера. Там сказано «Притеснение мужьями своих жен». Если ты ухаживаешь за себя, держишь чистоту и не отказываешь своему мужу близости, Сверх сверху этого, то, что ты не успеваешь дома, что-то ты это оставила, за это не считается тот непослушной женой. Непослушная жена те, который самый первый не делает то, что с мужем требует, например, близости. Обязанность супружеский долг, который не дает это. А сверх этого, например, если она не успевает, дети есть, и делает, старается. Потом муж не за то, что жена не делает, муж придирчивый, слишком придирается, это не сделал он. И тогда, если жена не успевает, делает и не успевает, тогда бери для него, для нее бери помощницу, домохозяйку, еще приведи, чтобы она могла, успела, если у нее детей много. А если нет, если она не успевает, или будь доволен, или сам помоги ей в этом. Конечно, если... Здесь она говорит, я даже намаз быстро читаю. Не читай быстро намаз. Спокойно дай долг Аллаха тоже. Делай намаз. Делай сунна намазы. Таспех. После этого делай то, что дома бывает. Домашняя работа. Если не успеешь что-то сделать, то за это тебе греха нет. Но ничего не делай. Ложись дома. Ничего не делай. Муж приходит тоже так же. Встречаешь его грязно. Не приготовила. Тогда, конечно, считаешь та женщина, которой муж недоволен. Но если стараешься и недоволен, тогда Его вина не твоя. Поистине Аллах, Аллах говорит в Уране, поистине Аллах, смысл, поистине Аллах не прощает передание Ему товарища ширк, и прощает тому из своих рабов, кому пожелает любой другой грех, помимо этого. Получается, если человек однажды совершил ширк, у него больше нет шансов на прощение ширка. Нет. Это этом аят имеет в виду. Если Аллах, человек, не покаялся от этого ширка, если он не сделал покаяние, не прощает. Если покаялся и ширк оставил, хоть тысячу раз сделал это ширк, Аллах прощает это. Если это ширк пока, А другие грехи, кому хочет Аллах прощает, даже, даже это не покаялся. Если он другие хорошие деяния сделал, может быть, Аллах Суанта стирает эти плохие грехи, у него плохие деяния. Инна хасанат юдхибна саят, говорит Аллах в Коране, поистине хорошие, добрые деяния стирает Саят плохие деяния. Из этого здесь говорится, ширк не прощает, если не покаялся человек. Можно ли смотреть рельс, шортс, если там есть фоновая музыка и, допустим, полезная информация? Нет, нельзя. И нельзя поставить лайк, и нельзя его распространять. Или если даже сам посмотрел, это один грех. Если поставишь лайк и распространяешь, уже увеличится твой грех за то, что ты помогаешь распространять нечисть.

или телефон, скачайте туда «Крепость мусульман» на русском языке. Там есть на арабском языке, как произносится голосовой есть на русском языке. И еще читает. Человек не останется, кроме как смотреть, изучить и сам говорит это. Пятницу после обеденного азана у нас делают джаназа нам Возможно ли это время делать дуа, чем зря сидеть? Так как дуа, дуа можно в любое время делать. Можно дуа делать. Аллаху алям. Можно ли жениться на девушке, которая ищет мужа в просторах Инстаграма? В таких группах, как Никях Сунна и многие другие выкладывают свою анкету. Является ли такая скромная, скромная и достойная? Если другого нет, может быть, она тоже и сам приняла. Там место находится, где нет мусульман и хочет замуж выйти. Нет проблем, если эти сами группы являются доверенные не просто игра. Если доверенные там и контролируют, чтобы не общались, ничего не, не происходило, кроме женитьбы, познакомились, чтобы они поженились, это нету греха в Аллаху Алан. Можно ли ходить в суфийскую мечеть на пятничную молитву, так как она ближе к моему дому? Но в нашем городе также есть мечеть Ахли Сунна. Будет ли мне грех, если я пойду в суфийскую? Когда есть мечеть Ахли Сунны, многие ученые говорят, не считается намаз за билядчиками. Из этого иди мечета сунни, аллаху а Можно ли петь или танцевать девушки в окружении других женщин? Если там без барабана, или же барабан, только барабан без других инструментов, на свадьбе в круге женщин можно петь и танцевать только для женщин, но это снимать на видео, ставить их в статусах, сохранять это видео, распространять. Это является запрещенным харам. А так на свадьбу собрались или на праздники собрались, пели какую-то песню. Как э, пророк, саллиллаху алейкум, в своем э, хадисе говорится, Айша пошла в какую-то свадьбу. Что там сказали? Ничего, что нам говорит, говорит. И пророк, саллиллаху алейкум, сказал такой припев, какой-то стихотворение, Атайнакум, Атайнакум, Валулахин хинтата дайма. Этот стихотворение Саид Бухари, это говорил, что такие стихи говорите. Это среди женщин, этого это нет запрета. Запрет в чем? Снимать это на видео. Потом распространяется, если даже не распространяется, у каждой этой женщины, которая там находится, которая видео снял, у нее есть сын, у нее есть муж, у нее есть, они их показывают. Это является запрещенным. Как вы там тойцуетесь, как вы там криве, кривляетесь, сами делаете, это все показывают своим мужьям. Минимальным своим мужьям показывают, если больше этого не распространяют. Без этого, без этого, без съемок, без этого, если танцевали этот, не является запрет на свадьбах, на праздниках, в Аллаху Алям. Я переживаю за положение своей матери в день суда. Она решила, что она имеет какую-то особую заслугу перед Аллахом. И он дал ей возможность предсказывать будущее. Аллаху Акбар. Она дает много предсказаний. И в большей степени они не сбываются ее поклонениях много нововведений. Когда я стараюсь объяснить, что это не из ислама, она злится и говорит, я буду делать так, как делали мои бабушки и дедушки. Она перед каждым приемом пищи делает дуа, поднимая руки, при этом сильно кричит. Похоже, ее крик на вой собаки. При этом у нее трясется голова и руки, и она открывает рот очень сильно. Это очень неприятная картина. Нам неприятно находиться рядом с ней, у меня уже болит сердце от таких криков. Когда я говорю, что так дуа не делал, пророк Сарас, Она говорит, что это у нее от Аллаха. Может ли быть от Аллаха или это от шайтана? Что мне делать? Да, это, это от шайтана. Будущее, предсказание, это все является от шайтана. Призывай его к Исламу. Не забывай вставать на тахаджуд. Делай суждение дуа, чтобы Аллах излечил ее. Читай Коран на нее. Дуа делай и проси, иншаллах, Аллах вылечит ее. У меня постоянные сомнения совершил, это тот же человек, который наверху. Я куфр или нет. Я делал дуа в этот момент. Я хотел сказать, я раб Аллах. Я Аллах, я раб. Вместо этого нечаянно сказал, я раб шайтан. Выводит ли это из ислама, если сам не понял, как это произнес. Нет, не выводит. Как сказал сразу, покайся и все. По ошибке сказанным словам, по ошибке Аллах тебя не наказывает. Это ислам не такой. Резко сказал, я кафиром стал, нет. А что это шайтана? У нас в Казахстане хутба ведется на казахском языке. Казахский язык я не понимаю. Могу ли я приходить после начала хутбы, так как не понимаю? Нет. Приходи до хутбы. Это поклонение. Хоть даже не понимаешь. Сиди там, поминай Аллаха Субханаху Если на этикетке написано, что продукт халал, нужно ли уточнять у производителя, как именно сделана эта продукция? Если это мусульманин говорит, если это мусульманские компании, не должен уточнять. Если это не мусульманские компании, конечно, должны уточнять. Если кафиры знает если мы напишем халал, мы будем покупать, они напишут халал и на свинину тоже. Что это им трудно Если я присоединяюсь к человеку, совершающему намаз, с намерением увеличить ему награду за жамаат, то это будет просто добровольный намаз. Вот это не, вот, ведь это не фарс или ратибат. После двух ракатов просто продолжать сидеть, пока нам имам не закончит и дать сам. Нет. Продолжай делать с ним, если он делает 4 раката, например, я обеденный намаз, он опоздал. Подошел вместе с ним, где сделал обеденный намаз. Второй раз повторно. Это намаз для тебя будет сунна, как сказал пророк, для имама будет фард. Ну, ты получишь вознаграждение сунны, в Аллаху алям. Хочу искупить клятву. Могу ли я накормить 10 бедняков, которые ходят на, по улице по прошайке? не зная, являются ли они точно бедным. И могу ли я просто отдать деньги на еду? Лучше им отдать еду. Имеется в виду, например, 10 бедняков кормит. Это примерно 800 грамм крупы. Рис или же гречка или другое. Купил, отдал. Это еда. Эти бедняки, если мусульманами являются, можно им отдать. Которые, по если они являются мусульманами. Если они не мусульмане, Многие бывают цыгане, которые не исповедуют ислам, им обязательно садака нельзя давать. Если в групповом чате, где много людей, кто-то написал издевку в адрес религии и моей рели... религиозности, читается нахождение в этом чате как будто мажди сукуфра. Я где-то через полчаса ответил, потому что хотел подготовить хороший ответ этому человеку. Если в таком формате ты там находишься, чтобы отвечать тех э, вопросов, которые сделка над религией, останавливает, отвечают, тогда не, не, являешься ты человеком, который находишься в том группе, который издевается над религией Аллаха Субхану Именно в том масляне, которые который издевается, если ты опровергаешь этого. Я хотел у себя на Инстаграм аккаунте, который как интернет-магазин накрутит подписчиков, чтобы привлекать покупателей. Считается ли это обманом? Нет, не считается. Можно. Сражаются два войска, оба неверующие, и мусульманин входит в одно из групп только чтобы заработать денег. Какой хокм этого человека? Если человек идет добровольцем ради войска неверующих и говорит, что я не иду сражаться, а иду заработать деньги, отлежавшись спустя два месяца возвращается и говорит, я же не впал куфр. Если у Ибн Тайми, да помилует его Аллах, высказывание, что такой человек совершил один из больших грехов. Если просто два войска кафера, если участвуют в этом деньги, это не куфр, это грех. Но если идет защитать, защищать, амбиции одного самого худшего кафира нашего времени, этого Путина, защищать эту Россию, этот путинский строй, чтобы она утвердилась, туда идет, этот человек входит в куфр. Не за то, что он помог кафирам, это участвует в этом куфре, за то, что он защищает Тагутские государства, из этого многие ученые нашего времени, потому что это вопросы нашего времени. Говорят, если это не является куфром, что может быть куфр? Это является одним из больших грехов, если просто два армии сражаются и зашел туда. Но ну, видишь, что эта армия, одна из этой армии, является притеснителем. Один из этих армий является худшим врагом мусульман, который уничтожает, уничтожает мусульман по коне веков Кавказа. В наши времена Чечня и в Дагестане, и в общем Кавказе. И до наших этого весь Ислам уничтожил в Советском Союзе. После этого на Афганистане свои 10 лет. В Сирии и в данный момент как я ответил на вопросы. Мне вопросы окружают наши мечети, что мечеть не заходили. Такой строй защищать и ты является куфром и харамом. В общем, намерен трудоустроиться в компании, владеющей сетью автомоек. Их три. Каждый из них имеет, именуется Тиран, Тритон, Зевс, Арес. Это все имена мифологических богов. Дозволено у них работать с таким их названием. На мой щике если автомобиль мой не является харамом, а можно работать. Ну им на все делать чтобы именно поменяли. Последние два месяца я требовала развод у мужа. Было такое, что даже просила. У меня для этого есть причины: несправедливые отношения, унижение, оскорбление просто на фоне бытовых проблем и постоянно я под рукой для срыва. Муж отходит быстро, ведет себя, как будто ничего не было. А у меня уже год внутри все копится. Я когда питаюсь, донести, что мне неприятно, он сразу закрывает мне рот и дальше льет меня грязью. Вначале я все списывала на проблемы нервы. Искала оправдание такому поведению. Но уже сил не терпеть. Понимая, что люблю мужа, но одна мысль о том, что это не заканчивается, пугает, поэтому и требовал развод. Тот момент, то, что я позволила себе потребовать развод, доводит его до бешенства. Последний раз получилось так, что мы сильно поссорились, даже дошло дело до рукоприкладства, и он кричал мне «развод» в При присутствии моих родителей. Через некоторое время муж пришел опять-таки, как будто ничего не произошло, и говорит, что был в состоянии гнева. Из-за этого я захотел разво... Из за того что я захотел развода поэтому дал развод но это не считается с тех пор мы не подходили друг к другу меня, меня обида не отпускает когда я его вижу или слышу у меня становится плохо и наоборот когда он не подходит тоже плохо для меня важно знать считается ли это развод или нет не подходит плохо, подходит плохо. Гнев и, как говорится, сидя за столом, романтичным столом, сидя друг друг кофе пьет, никто этот развод не дает. Развод дается при гневе. У всех бывает гнев, когда развод дает. Ты говоришь, два месяца просила развод. Это все. Дал развод. Если у него была такой гнев чрезмерный, не зная, что он говорит, как пьяный человек, тогда развод не считается. А здесь он говорит, я дал развод за то, что ты просил. Значит, он знал, что развод дают. Такой развод считается. Это один развод. Если ты по истечении трех месячных твоих, если он тебя не вернет, он может сказать, ты вернул. Не вернет, тогда ты являешься свободной женщиной. Можешь до другого замуж выйти, можешь за него заново. Махар поставит замуж. Если он вернет и становишься его женой, потом еще у вас останется два развода. А то, что он тебя э, оскорбляет, притесняет, это надо решить вопрос через вашей семьи. Твои родители, если живы, у него родители сесть и решит этот вопрос. Исправить его. Если не исправляется, потом можно делать развод. Он вот даже он не захочет. Можно ли готовить детей к сдаче экзамена по общественному знанию, если это учебная дисциплина входит в часть философии? Если это философия именно, которой вы их обучаете, если там есть слова-куфры, конечно, запрещено, нельзя им помогать, и нельзя этот экзамен дать. А если нет слова-куфры, если просто философия, тогда можно экзамен сдать Аллаху Адам. Ассаламу алейкум, есть 12 апостолов. И те, кто умер за христианство до 7 века, среди них есть Фома, Марк, Петр, Павел, Георгий и другие, можно их уважать и ценить, как мусульман заранее спасибо. Я сейчас именно каждого этого не изучал, чтобы каждый постепенно, какой из них сказал те люди, которые соблюдали христианство, имеется в виду, соблюдали религию, Ииса, который принес, и не исказили и не считали его Богом, они являются мусульманами, они являются праведными, и они войдут в рай. А те, которые, кто исказил религию Аллаха до 7 -го века, говоришь 7 -го, до 7 века уже исказили религию, они считали Троицу, Отец и Сын и Святой Дух, считали Сын Божьим Иса, Алей, Это куфр, это ширк. И Аллах в Коране говорит, кафар калу Инна Аллаха Талиф Таляса. Поистине кафиры стали те, которые сказали, Аллах является один из троиц. Из этого, это общее правило, те, которые следовали за религией Иса, пока его не исказили, пока они не совершали щирки, они являются спасшими, которые они являются мусульманами, они войдут в рай. При никахе, если отец и дядя девушки не совершают намаз, дедушки нет, я не хочу смуты. Говорят, что они не могут ее выдать. Как поступить? Пускай они сделают вакиль праведного мусульманина. Это выход скажу. Отец не молится кафир. Дядя кафир. Но пускай отец отправ к нему праведного мусульманина. Например, твоего друга мусульманина. Отправь к нему, скажи, пусть он сделает вакиль, выдай мою дочь замуж. И потом это же твой друг возьмет вакилство у твоей будущей жены, у девушки. Пускай он тоже его сделает вакилом, чтобы он, он выдал ее замуж, и он выдает тебе замуж, и эта проблема заканчивается. Если не отпустил пост, совершать намаз, будет ли грех? Грех не будет, но это будет а, непосунный. Сунна сперва отпустит ход водой и намаз, этот пост, потом делать намаз. Дозволено ли имя ислам? является ли оно желательным? Звали ли так какого-то из сахабов и табиинов? Ислам, имя Ислам, сподвижников и табиинов, я не знаю. Не знаю такого человека. А так, имя можно назвать, проблем нет. Есть вопрос у братьев. Недавно на охоте на зайца. После ранения заяц убежал. Мы его догнали, хотели заколоть, но он сопротивлялся, решили добить повторным выстрелом. Дозволено ли таким образом добить раненую дичь выстрелом или надо обязательно закалывать? Если раненый дичь уже поймали, надо его закалывать и потом можно кушать. А так добыть его кушать нельзя потом. Скажите, пожалуйста, правда ли, когда имам читает хутбу, пятницу нельзя разговаривать, так как потеряешь награду за джума. Да, правда. Даже, который разговариваешь с человеком, не имеешь права говорить, молчи. Уже ты говоришь, ему молчи, другой говорит, увеличивается это. И вознаграждение джума потеряешь. Грех ли на меня, если я не дам имя умершего отца ребенку? А то все говорят, что нужно имя вернуть, это спокойно веков было. Так, типа, на его место возвращается человек. Так ли это? Нет, это не так. И нет на этого никакого греха и никакой обязанности. Аллаху алим. Если знаю, что муж лицемер, как объяснить это родственникам? И считается ли такой брак ушла, не, не обеспечивал, прелюбедайничал, мучал? Не знаю, лицемер, как ты имеешь чудеса. он скрывает куфы языком, говорит мусульманинам. Если ты уверен, что он лицемер нельзя с таким жить. А если он начал вот это вещи делал и тебя мучал, да, тогда ты имеешь требовать развод у Алдия, у судьи Можно ли мусульманки работать в больнице как медсестра? Мусульманки можно работать как медсестра в больнице, которая отдельно которая лечит женщины. А там, где лечат мужчины там нельзя работать, потому что мужской аурат надо трогать, аурат надо смотреть, укол делать, это все, это является запретным Аллаху Алям. Одной из пять мечетей, пять намаза. Я увидел джаматы мента, который прямо в форме делал намаз. Можно ли находиться в таком джамате, или надо приделать намаз после? Нет, не надо. Вот даже там человек молится, хоть себя считает мусульманин, хоть он в форме, намаз не портится. Главное, чтобы он не был имамом. Я являюсь я программист. Пишу код, создаем команду на приложении. Если на мне грех, если я напишу код для приложения знакомств. Да, если это знакомство, именно харамные знакомства, для них это приложение делаешь, конечно грех. У меня вопрос, можно ли материться очень много от злости, но потом каяться, то будут прощения материщини слова. Если покаяться, Аллах все прощает.

Муж не разрешает общаться с родственниками, то есть приписываться с двоюродными сестрами и с остальными родственницами. Мне не разрешает к ним ходить в гости, а их пригласить разрешает. Имею ли право его ослушаться? Но если вообще не разрешает, это является притеснением, надо решить этот вопрос. А так вообще приписываться, общаться, запрещать тоже он не имеет права. Если ограничен, например, не постоянно, как сидит круглые сутки, общаясь с сестрами, то там их 20 и дома не постоянно трубка сидишь. Конечно, это является притеснением, это является запретным. Если человек был прелюбодеем, но покаялся, встал на праведный путь, может ли он взять в жены девственницу, или он должен жениться на такой же, если у него право искать чистую? Если покаялся и оставил, и стал праведный путь, конечно, он может жениться. И также раньше, это девушка тоже, если покаялась. Стала. она может выйти замуж. Совершил жена, жена, жена подозрил, признался ей, стоило ли мужу признаться, и как быть, если отношения мужа и жены испортились. Жена охладела. Ну, покайся перед Аллахом за это грех, больше не общайся, не пок... оставь это оставь эти грехи. Жена охладела, это не проблема. Главное, чтобы Аллах тебя простил. Это очень тяжкий грех, который наши люди как будто воду в выпить, так и делают жена охладила, жена разводит. Это, это половине беда, беда, что Аллах Субхану не простит. Судный день наказания, Этому дуне ты не, не получишь, потому что нет у нас шариатские. Это. Шариатские наказания, этому дуне камнями тебе кидать и убить тебя. Покайся перед Аллахом. Покайся перед Аллахом. Вставай на тахаджу, делай дуа, молись, покайся. Если искренне покаешься, иншаллах, жена тоже поймет тебя при болезни делают таяму. В таком положении можно читать Коран с Мусафа? Можно читать. Что делать, если забирают в армию, а там нельзя читать намаз? Что делать? Ответьте, пожалуйста. Постарайся не пойти. Убежал от этой армии. Или деньги отдать. Взятки, в чем любым путем постарайся не пойти. Если насильно заберут, постарайся не оставить намаз. Там, вот они запрещают, можно молиться, там пять минут найти себя. А если добровольно пойти, нельзя туда. Если насильно забрали, это... Там есть много, что можно делать для мусульманина. Тем более, если в наше время, если войну заберут, убей тех людей, кто тебе забирает войну. Скажите, пожалуйста, можно ли работать охранником больницы? Можно работать. Для больницы охран зачем? А, пьяный приходит больше. Да? От бабушки осталась квартира двум дочерям. И одному сыну, оба дочеря умерли, оставил после себя двое детей. Сын еще жив, имеет одну дочь. Как делить квартиру? Если дочеря умерли после бабушки, если дочеря умерли после бабушки, там осталось, получается, две дочери, один сын. Эта квартира делится между троим. Для сына два раза больше доли, чем дочери в если одна квартира половина сыну, половина оба дочерям. Если дочерей нету, если их остались дети, а, их детям остается эта часть. Но сколько детей остались, это потом, эта часть им делится. А если до бабушки умерли дочера, они доли не получают. Весь квартир останется сыну. Если дочеря умерли после бабушки, они доли получают свою. Уважаемый шейх, как быть? живу с мамой и сестрой, приняла ислам год назад. Они не смирятся, мама не разрешает произносить слово Аллах. Сестра угрожает посадить. Оставь их. Выходи замуж, если взрослый, уже выходи замуж, найди себе мужа. Если нет, ход. Живи отдельно от этих людей, которые тебе не разрешают совершать свою религию да укрепит тебя Аллах Субхану в этой религии и облегчит тебя, и пусть Аллах Субхану тебя пошлет тебе праведного мужа. Хотела спросить у вас, шейх, по поводу раби, рабиты, и пророк Салава сделал или нет? Конечно, у нас очень много роликов про эти темы. Рабита, который делал суфисты, не делал ни пророк. Там и есть то, что они делают этим рабит, и есть ширк. Посмотри наш ролик. Ответы духовного управления, ответы Саид Черкесского. Там все и рабита, и тавасули, и стигаз, на все эти вопросы у нас есть. Заходи в наш канал. Именно там есть плейлист ответы сайта Черкесского или же духовного как называется сейчас, я не помню. Там есть все эти ролики по этой теме. Я год назад развелась, он шиит, когда выходила замуж 10 лет назад, не знала, кто такие шииты, и сама не изучала религию. Считался ли наш Бурника действительным? Должна ли я просить Аллаха? Если ты сейчас стала мусульманкой, начала молиться, знаешь свою религию, и тот же человек, который этот шиит, мушрик, ширик делает, тогда даже не надо развод просить. Ожидаешь, что вот это прошло, и это да можешь там же выходить. Потому что суннитки, праведные женщины, никак не получается с мушриком. Какое наказание за шантаж? распространение интим фото женщин часто какое наказание еслбыбы шариатский государство им наказание может быть палки быт может быть тульма посадит может быть, даже до смертны каз если от это... часто он этого делал н проблемы как к нему попали интим фото женщин сестра с мужем берут мясо в рынке, даже не уточняя халал, думая, если говорят, то значит халал, как донести до них намаз, муж оставил. Зато просто Аллах, что хотят, разве? Если не молится человек, зачем ему искать это халал, не халал, зачем объяснить? Объясни им сперва ислам. Потом, если мусульманский рынок, где мусульмане торгуют, там не надо спрашивать мяса. Если это э, те местности, которые христиане, кафири, Кафир, Мушрик, там, конечно, надо уточнять, место халала или нет. Наши праведные предки, салафы, читая аяты судного дня, умирали. Не то, что плакали. Почему эти аяты нас не действуют? Читая эти аяты, мы засыпаем. Потому что мы до такой степени не представляем. Они, когда это аяты читают Аллах, они представляют это ощущение, ощущают этот судный день, а это, что там будет, как там будет. Как их допрашивают, какому место они бы, они, они все это представляли, не как мы ищем у кого голос красивый, не смотрим, что говорит это аят, не, 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 не думаем об аяте, только думаем о красивом голосе. Хоть даже это, который читает, является шниром таута, как некоторые из этих чтецов, которые идут нашим таутам Дагестане или Чечню. Я покрылась недавно, но у моей сестры стоят в Инстаграме мои фото открытым ауратом. Прошу ее удалить, но она не слушает. Если мне грех за это, если ты можешь заставить его убрать, если не должно быть, если нет, нет на тебе греха. Покайся перед Аллахом, Субхану Ва И если сестра не слушает через отца, через брата, пускай заставь ее, чтобы это удалило. Иншаллах. На этом у нас заканчивается сегодня эфир. Если Аллах Субхану даст нам силу и возможность, в такое же время через неделю встретимся, пусть Аллах Субхану простит нам наши грехи и даст нам силу соблюдать Его религию, молиться, поститься. В вот этот месяц шабан, большинство этого месяца Пророк сам постился. Это месяц как три рока для Рамазана, через, примерно через 15 дней начинается уже Рамадан приготовьтесь к этому Рамадану. Делайте свои деяния, заканчивайте, что Рамазан месяц остался свободным для поклонений, для айбадата, для совершения хороших деяний. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва